С утра на театральной площади уже были разбиты палатки, своеобразные передвижные медицинские пункты. Врачи и фармацевты привезли с собой и установили специальное оборудование. Так что можно было измерить давление, рост, вес, получить консультацию врача, приобрести препараты и аппараты для профилактики и лечения. Я сегодня увидела что-то новенькое, потому что я все время приезжаю здесь, по субботам и воскресеньям, какие-то концерты, какие-то, в общем, все. А сегодня день здоровья, это вообще прелесть. Это то, что надо нам. Предложили грудной сбор, конечно, и очень понравился. Фитофармацевты представили сборы из лечебных трав Кубани, которые по просьбе гостей тут же заваривали, и можно было продегустировать различные чаи – грудной, сердечный, успокоительный. Семья Коноваленко приехала отдыхать в Анапу и Ставрополье и побывала в каждой палатке, почерпнув много полезной информации. Всем здоровья! Всему городу, всем здесь отдыхающим, всем людям пожелаем здоровья, чтобы никто не болел, чтобы все хорошо отдыхали, погода, чтобы была хорошая. И отдыхали. Да, спасибо большое. Более детально обследоваться в День здоровья можно было в городской поликлинике, где вели дополнительный прием узкие специалисты, которым в будни длинные очереди, такие как кардиолог, онколог. Управление здравоохранения ежегодно проводит общегородские дни здоровья, которые жители и гости курорта с нетерпением ждут. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа регион.